И это вошло в Ветхий Завет, это вошло в Коран, что Моисей вошел в конфликт с фараоном и тоже сказал, что так жить нельзя, ты неправильно живешь. Нужно иначе. Отпусти со мной евреев, не делайте из них, если перевести на русский, не надо делать из них средства для холодной войны, для ведения холодной войны. Отпусти их со мной, я их перевоспитаю в пустыне. Но перевоспитание не получилось, это наша версия. Моисей был устранен, и воспитанием уже занялись жречество Египта, которое ушло вместе с Моисеем в пустыню и скрылось в еврейском колене левитов. Еще раз, это все очень хорошо описано в книге Дуглас Рид «Спор о Сионе». Авторитетная книга, там очень хорошо это все описано. И вот следующая крупная попытка вразумить уже мировую закулису уже в лице римских властей, она зафиксирована некоторым образом исторически в Новом Завете. На рубеже эпох появился проповедник очередной, который сказал, что вы неправильно живете. И часть иудеев повелась, видимо, на его способности. В основном это были бедные иудеи, конечно. Все апостолы, они не из богатой верхушки, не из саддукеев, это аристократия иудейская, не из фарисеев, это книжники, духовность. А они были... Вот. И была еще секта, еврейская секта, такая есеев, или кумранская община, так называемая. Многие, наверное, ее слышали. Кто-то, может, слышал. Ее существование было обнаружено в середине 20 века, когда арабский пастух провалился у Мертвого моря в пещеру, и там обнаружил свитки. Свитки у Мертвого моря, называемые. Про них очень много писали в 20 веке, в середине, после того, как нашли, что это значит, была сенсация. И вот одна из книг, куда ведет аллея сфинксов, так называемая, издательство 1968 года, она гласит о том, что в пещере обнаружили редкостное богатство. Ну, действительно, это следов пребывания Иисуса в Палестине нет. Плащаница – это более поздняя штука, доказана, в общем-то, уже. А как доказать, собственно говоря? Много мифов, а следов пребывания нет. И вот вдруг проваливается мальчик в пещеру, там обнаруживают свитки, и вот, наконец, наверное, это та самая община, которая была вместе с Иисусом во время его прихода. В пещере обнаружили редкостное богатство, целую библиотеку из останков старинных рукописей на пергаменте, папирусе, черепках и так далее. Было найдено 40 тысяч фрагментов остатков древнейших книг. Книги принадлежали одной религиозной общине. Ученые прочитали устав общины и другие документы, которые подробно рассказывают о жизни, религиозном учении, обрядах, обязательных для ее членов. В те времена эти места, в этих местах жили иудеи, еще раз, опять-таки. Основателем общины они называли некого учителя справедливости. Они считали его избранником Божьим, и второе издание дополняет Мессией, то есть Христом по-еврейски, который проповедовал людям то, что он услышал от Бога. Учителя преследовал жестокий жрец. Ну, новозаветная история там тоже. Если считать иерархию Иерусалимского храма жрецами, то его преследовал первосвященник Каифа. Вот. Решив погубить учителя справедливости, нечистый жрец своего добился. Но после смерти он воскреснет и непременно вернется на землю, чтобы судить всех. Вот это по тем свиткам. Спасутся только те, кто верит в него. Христианские богословы были довольны. Подтверждение того, что действительно Иисус был и так далее. Наконец-то открыт самый древний памятник христианства, составленный современниками и очевидцами земной жизни Христа. Христос – это и есть учитель справедливости. Но дальше автор пишет в этой книге. Но радоваться было рано. Дальнейшие раскопки и изучение рукописи, монет, керамики, найденных в пещере, показали, что большинство документов написано в первом веке до новой эры. То есть такая община существовала во втором-первом веках до новой эры. Там происходила, в нашем понимании, репетиция по отторжению
прибытия посланника в те места, посланника свыше, в те места. И, естественно, как только он появился в реальности, мировая закулиса его курировала от начала и до конца там. И рассказ Нового Завета повествует о том, что приход посланника действительно пытались реального Иисуса, мы считаем, что он был, пытались организовать по той схеме, по которой описаны события в Кумранской общине, которые проходили до этого. Кумранская община, там она считается, что сгорела, была сожжена, эти вещи, но часть сохранилась, и потом, похоже, что она была восстановлена уже в первом веке новой эры, в какой-то мере. И апостол Павел проходил, видимо, посвящение в Кумранской общине уже в новом веке. Это второй вопрос. Для чего это надо было? Мировая закулиса уже привыкла употреблять авторитетов пророков и их авторитет после их смерти. Но в данном случае, вот дальше, когда я буду докладывать, что творилось вообще в Римской империи тогда, какие были религиозные настроения у языческой толпы, там религиозные настроения были такие, что гораздо более удобно было сделать из него воскресшего Бога. Не убить и употребить авторитет, а употребить его авторитет при жизни. То есть совершить над ним какую-то экстрасенсорно-физиологическую магию. Именно для этого, согласно Нового Завета, церковь эти вещи очень не любит рассуждать на эту тему. Казнь на кресте была тогда непопулярна и очень дорогая штука. А он считался бродягой и проповедником, не каким-то аристократом, чтобы его казнить на кресте. Тогда либо побивали камнями, либо как-то иначе. Убивали просто. Растерзать надо было, и все. Здесь же всем известна эта история из Нового Завета. И, по-моему, Булгаков ее коснулся, «Мастере и Маргарите», что именно верхушка Синедриона, то есть, так сказать, священнической власти иудаизма, там было две власти в Риме, в то время было две власти. Духовная власть принадлежала Синедриону, это верхушка иудейского храма, Иерусалимского храма, второго храма уже исторически. А светская власть принадлежала прокуратору, наместнику римского императора. Вот. И они между собой не дружили, как бы. То есть они мирно, ну, жили совместно, но друг друга не любили очень. Это видно тоже и по «Мастеру и Маргарите» написано. Вот согласно римским законам, для того, чтобы кто-то в государстве нарушил законодательство, он должен посягнуть на римскую власть. И остальное, на остальное все римлянам было наплевать. Если он посягал на какую-то духовную власть, им было наплевать. Он не попадал под статью, грубо говоря. Вот согласно Новому Завету, именно Синедрион настоял на том, что Иисус посягал на власть императора. Но этого мало для того, чтобы предать его казни. Согласно вот этому сценарию, который был и раньше. Нужно было казнить, а потом, чтобы он воскрес. Для чего, я сейчас скажу. Этот культ был очень популярен. Культ умирающих и воскресающих богов. Он очень популярен был, но был политеизм тогда. То есть, грубо говоря, забегая вперед, в христианстве вообще ничего своего нету из культов практически. Ничего христианского там нет. В иудаизме тоже немного своего, но там гораздо больше своего для мировой закулисы, чем в христианстве для каких-то приверженцев этого Христа или что-то такое. Все это наносное и из других религий взято. Вот. Первое, они подвели его, именно иудейская верхушка подвела его перед римскими властями под статью того кодекса. И второе, они настояли на том, чтобы его казнили через распятие. Хотя распятие было очень непопулярная и дорогая штука. Дерево было очень дорогое. Вот. Зачем такая показуха? Ну, надо казнить, пожалуйста, нет вопросов. Нет человека, нет проблем.
Но надо было, чтобы как раз человек-то остался. И в нашем понимании планировалась некая мистерия. Сначала, либо в процессе пыток и казни склонить его на свою сторону. Это уже со стороны мировой закулисы, к сотрудничеству. Вот. Потом сделать из него умирающего и на третий день воскресающего Бога. И после этого уже пользоваться его авторитетом для того, чтобы держать в покорности римскую толпу. В первую очередь, конечно, язычников, раз уж такой появился. И вот эта репетиция, она была проведена за 100, может быть, меньше, может, больше лет на базе Кумранской общины. Вот. Примерно то же самое повествует и новозаветная история. На кресте люди не умирают. Они мучаются, но он может не умереть вполне. С креста можно снять еще живого, а увидят, что человек как бы умер, но потом сняли и оживили. Вот он и воскрес на третий день. Вот, видимо, что-то такое и планировалось. Интересно, что я не просто так говорю, сейчас появилась последняя книга, еще одна книга в прошлом году появилась этих знаменитых «Священная загадка», кто написал? Баджент, Майкл Баджент. Не помню, как она называется, но там уже, если они говорили, что Христос умер, там уже говорится, что нет, он не умер, его успели спасти с креста, его сняли с креста и оживили. Вот. В предыдущих книгах была версия выдвинута, что он умер. Это, конечно, не церковная литература далеко, она антицерковная, но вот такая версия. Для чего это надо? Ну, они все, так сказать, проводят параллели между семьей Христа и современными наследниками по крови. Этой же задаче служит и книга «Код да Винчи». Ну, вот. И вот сейчас появилось то, что все-таки он не умер, а его спасли с креста. Вот нечто подобное, видимо, мистерию и пытались показать толпе. Но в нашем понимании он избежал каким-то образом этой мистерии, Бог его увел. И им пришлось ее уже делать, эту мистерию, искусственно. Либо на базе другого, так сказать, генетического материала, кого-то нашли, либо просто как-то иначе. То есть он не участвовал в этой мистерии. Вот. Такая вот история. Поэтому это был простой человек, в общем-то, в нашем понимании тоже праведник, который уже имел к этому времени огромный жизненный опыт. Он путешествовал и, видимо, был и у нас, я уже говорил. И везде, в общем-то, где он, кроме нас, он говорил, что вы живете неправильно. Он был и в Персии, там, и еще в разных, в Индии, видимо. Вот. И туда он пришел тоже с этим, а там его так встретили. Но это была миссия, конечно, свыше. Это был шанс, второй шанс, который предоставлялся иудеям перед тем, как их действительно лишили своего дома до 1948 года на 17-18 веков. Это был второй шанс. Первый шанс – это Моисей, которого они не послушали, согласно тому же Ветхому Завету. «Этот народ меня не слушает», – сказал Моисей. «Я не знаю, что с ним делать», – согласно Корану такая версия. Тогда Бог сказал: «Ладно, говорит, ты не отвечаешь за этот народ, ты сделал все, что можешь, вот, и больше типа того, что можешь им не заниматься». Они показали свое лицо, вот это так вот, свободное, так сказать. Вот в Коране примерно такое написано, что «я буду поддерживать тебя», Моисею было сказано от имени Бога, «и твоего», это в Коране сказано, «и твоего брата, а за них не беспокойся». И вот второй шанс – это приход Иисуса. Не к нам, не к язычникам, а там, где было плохо совсем. Пришел он к евреям. И такая же примерная история. Всего несколько учеников. Распни его. Отдали римским властям. Толпа смотрела и жаждала крови. Но что дальше? Тогда уже они попали в попущение окончательно. Были побиты 3 раза
Три восстания было римскими властями, это Холокосты, и рассеяны. Вот. Началась эпоха уже становления библейского христианства. Потому что никто, в общем-то, до ислама никто не мог в нашей цивилизации после Иисуса нормально выразить, а что вообще нужно людям-то вообще, как альтернатива этому. И мы не могли. Наша цивилизация тогда деградировала уже к первому веку. Не к первому веку, а вот к четвертому веку она уже начала деградировать. А к первому веку, это я уже отдельную тему говорил, миссия русской цивилизации. Мы отказались принять на себя миссию свыше. И в этом вся пассионарность наша, так сказать, выражается в терминах Гумилева. Почему у нас такая пассионарность? Сами виноваты. Вот. И вот есть, Булгаков дал другой, отличный от Нового Завета, взгляд на, так сказать, происхождение Иисуса Христа. Есть версия о том, что он был зачат от Святого Духа, вот, и так далее. А Булгаков дал совершенно другую версию. В таком диалоге с Пилатом, Пилат спрашивает имя, это мое, торопливо отозвался арестованный. Прокуратор сказал негромко: мое мне известно, не притворяйся более глупым, чем ты есть. Иешуа, ну это по Иисус по-еврейски. Поспешно ответил арестант: прозвище есть Ганоцри. Ганоцри – это Иешуа Ганоцри, это Иисус Назарянин. То есть Булгаков взял практически новозаветную версию, так как он назывался, немножко переделал. «Откуда ты родом?» «Из города Гамалы», – ответил арестант. Головой показывает, что где-то там далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала. «Кто ты по крови?» «Я точно не знаю», – живо ответил арестованный. «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец». И все. То есть никакого непорочного зачатия, а просто человек, который был очень высоконравственным и имел огромный жизненный опыт к этому времени. И он понял, что на него возложена миссия свыше, ощутил это. Кстати сказать, и Моисей примерно такая же история, но есть один ветхозаветный эпизод, где Моисей призывает всех людей быть жрецами. Говорит, хорошо бы, если бы все были жрецами. А не я один, как говорится. Вот там такой есть эпизод. Вот. И поэтому наша версия вот такая, что, в общем, он избежал и мучений, и казни, а уже мистерию пришлось ставить в мировой закулисье как-то иначе. Об этом же свидетельствует, это вторая стержневая линия Нового Завета, что была казнь, первая линия искупления, вторая линия – это то, что была казнь, и этой казнью он воскрес, линия воскресения он искупил. Это примерно они в одну линию укладываются, обе эти версии. Казнь, искупление и спасение. Первая линия – это линия спасителя, и вторая линия – это линия искупления грехов. Откуда они идут, я скажу позже. Еще у нас час есть, успею. Откуда взяты в Новом Завете вот эти вот доктрины искупления и спасения. Вот. Это сейчас просто пока вот обзор, так сказать, нашего взгляда на историю, которая произошла с Иисусом. Подробно, конечно, все в книгах. Ну и это подтверждает более позднее Священное Писание, Коран. Вот буквально там написано следующее. В Коране есть тоже история Иисуса Христа. История Моисея там есть. И они несколько отличаются от Библии. Хотя, конечно, видимо, тут не обошлось без эгрегориального сопровождения миссии пророка, так называемого, уже Мухаммада. Но это отдельный вопрос. Но вот в Коране... Откуда Булгаков-то мог взять? Он «Мастер и Маргарита» в конце ведь показал, что казни не было. Пилат спрашивает у Иешуа, говорит, так, ты мне только скажи, казни не было ведь это? Говорит, да, конечно, не было. Ну, мне больше ничего не надо. Откуда Булгаков это мог взять? Мог взять с эгрегора, конечно.
Потому что эгрегор там показано, что как сатана поступает, что сатана знает все. Вот у Булгакова, «Мастера и Маргарите», там эта книга очень серьезная. Там показано, что сатана знает все. Почему? Потому что основной сценарий шел под руководством мировой закулисы. А они сатанисты. Естественно, они знают все. И в эгрегоре мировой закулисы есть все, что происходило в истории. Поэтому сатана у Булгакова, он знает, больше всех знает. А Бога там нет. Он показал Бога через сатану, как бы, как его антипод. Вот. А мог ли залезть, допустим, пророк, если он по своей нравственности, он мог залезть в сатанинский эгрегор? Мог, конечно, вполне. Почему бы нет? Потому что сатанинский эгрегор, он ниже все равно. Нисколько бы он выше был не посвящен, он ниже, чем эгрегор праведников. Чем те эгрегоры, которые доступны праведникам. И вполне мог и Мухаммад залезть в эгрегор вот, мировой закулисы. Либо какие-то высокие достаточно по иерархии данные. И вот в Коран вошло такое. Они не убили Иисуса и не распяли, но это только представилось им. И поистине те, которые разногласят в этом, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Нет, Бог вознес его к себе, ведь Бог могущественный и мудрый. И поистине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него прежде своей смерти. Из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в Бога прежде своей смерти. А в день воскресения он будет свидетелем против них. Вот такая штука. Ну, главное здесь то, что они не убили Иисуса и не распяли. Это им представилось. Это вот в Коране сказано. А еще есть более раннее пророчество, которое в Ветхом Завете. Тоже по этому же поводу. Это пророчество примерно на 200 лет раньше, чем пророчество Исаии. Оно в Ветхом Завете. Но эта книга не каноническая. Она не священная, не считается священной. Но вошла в Ветхий Завет. Причем от имени авторитета царя Соломона. Авторитет, царь Соломон, он авторитет очень у многих. Прежде всего у масонов. Они ведут свою иерархию, свою родословную от царя Соломона, от строительства храма Соломона. Но вот, видимо, похоже по всему, Соломон был ближе к праведнику. Несмотря на то, что он был еврейский царь, иудейский царь. Там в эти времена было разделение на иудейское и израильское царство. И израильское царство, оно не легло под мировую закулису. Вот. Трудно сказать, восстановить. Но, во всяком случае, вот у Соломона есть пророчество про приход тоже Иисуса Христа на 200 лет, которое появилось раньше, чем пророчество Исаии. И оно выглядит следующим образом. «Премудрость Соломона, первая глава. Любите справедливость, судьи земли», опять справедливость. «Право мыслите о Господе, в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующими Ему. Ибо неправое умствование отдаляет от Бога, и испытание силы Его обличает безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху, ибо Святой Дух премудрости удалился от лукавства и уклонился от неразумных умствований», и так далее. «Дух Господа наполняет вселенную, и как все объемлющее знает всякое слово, потому никто, говорящий неправду, не утаится и не минует его обличающий суд. Бог не сотворил смерти», это интересно, «и не радуется погибели живущих. Он создал все для бытия, и все в мире спасительно. Нет пагубного яда и нет царства ада». Что говорит Соломон? У нас такая же, так сказать, версия, такой же взгляд на то, что ни рая, ни ада не существует. Это вот из Ветхого Завета. Но интересно, что Соломон, это к тому, что он мудрый был, предсказал то, что казни не будет. Тоже «Премудрость Соломона», глава 2.
Неправо умствующие говорили сами в себе. Вот это про Иисуса уже дальше. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти. И не знает, чтобы кто освободил от ада. Это про неправо умствующих. Случайно мы рождены, и после будем как небытие. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром как юностью. Известная штука и сейчас. Переполнимся дорогим вином и благовониями, и да пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увянут. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Сейчас как раз эпоха наслаждений. Ну, а вот до этого я прочел, что Соломон говорит, что если человек наслаждающийся и неправоумствующий, он не познает тайн Божьих и будет считать, что человек не бессмертен, а нужно жить настоящим, как говорится. Сила наша и так далее. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка, праведника. Вот теперь про Иисуса уже дальше началось. Не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. То, что Иисус говорил. Объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Это Иисус называл, согласно Новому Завету. Увидим, истинны ли его слова, и испытаем, какой будет исход его. Если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от рук врагов. Соломон говорит. Если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от рук врагов. В Коране сказано через там 17 веков, что они ошиблись, казни не было. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет свыше. И дальше он говорит: так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, они не познали тайн Божьих, не ожидали восстояния за святость. И так далее. Бог создал человека не для тления и делал его образом вечного бытия своего. Но зависть у дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее подлежащее к уделу дьявола смерть. То есть он говорит, что они ошиблись. Это заранее дано в Ветхом Завете. То есть Ветхий Завет вмешалась и некий сценарий свыше. Это хорошо вот показано вот в этой книге. Булгаков этот сценарий каким-то образом ощутил, вот здесь показано в этой книге, через алгоритм ласточки. Когда ласточка влетает, и он набрали ласточку в Библии и попали вот на эти места, на премудрость Соломона. Вот. А ласточка влетела у Булгакова, когда стоял перед Пилатом Иешуа, над ним загорелась пыль, и после этого все пошло уже, видимо, по-другому после этого момента. Так что это наш взгляд вот на историю Иисуса Христа. На этом я эту историю закончу, Иисуса Христа. И второй, так сказать, уже по содержанию христианства. Что представляет собой христианство и откуда взяты его основные доктрины. Ну, в первую очередь, надо сказать, что христианство, мы разделяем его на несколько видов. Первый вид – это христианство. Если Христос – это, конечно, Мессия, Спаситель, это слово, оно не совсем подходит. Ну, раз оно уже, как говорится, это еврейское слово, и оно было, так сказать, обусловлено
появление вот этого явления было обусловлено как раз чисто иудейским ожиданием. Но раз христианство, то христианство номер один, истинное христианство, это то учение, которое нес в себе при жизни сам Иисус. Поэтому в этом отношении мы христиане. Это то учение, которое... Но оно закончилось с его уходом в мир иной. Когда он ушел в мир иной, это большой вопрос. Скорее всего, он еще жил долго после ухода из Палестины. Вряд ли он исчерпал свой жизненный потенциал тому времени. И, скорее всего, там история закончилась совсем не так, как написано не только в Новом Завете, но и в других источниках. Вот. Но это, об этом можно только догадываться. Дальше. Христианство, которое... То учение, которое несли апостолы и другие ученики. Ну, оно считается, это учение, оно начало распространяться. Это период, когда еще были живы основные апостолы. Их начали казнить где-то в 60-х годах первого столетия новой эры. Причем из них делали подобных Христу. Казнили Петра и Павла и обожествили потом тоже. И вообще даже рассматривалась такая версия, чтобы сделать не христианство, а паулианство в честь апостола Павла. Он был самым активным по распространению уже после Иисусова христианства по странам европейского континента. Ну, вообще этот период можно... закончить 311-м, где-то 325-м годами, когда в Римской империи христианство было признано, период становления христианства в условиях оппозиции римской власти, он с 60-х годов до 311 года. Это вот считалось, что это секты, христианские секты, а вообще слово христианство, оно появилось где-то только во втором веке новой эры, до этого было последователи учителя там и так далее. То есть, что все, что угодно, только не христианство. Этого названия не было. Поэтому, опять-таки, преемственность названия даже от Иисуса к последующему Писанию, она не та совершенно, она разорвана. И третий период – это уже когда хронологически христианские общины и христианство как религиозная система была признана римскими властями с 311 года и по наше время, когда она стала легитимным. Вот. Ну, его можно назвать периодом канонического христианства уже. В 325 году были приняты каноны Нового Завета. Было проголосовано, что Иисус – это Бог. Ни о каком Боге речи вообще не шло до 4 века. Были споры только. И иудеи вообще склонялись к тому, что это только один из пророков и спаситель, никакой не Бог. Бога из него сделали в 3-4 веке окончательно, в 4 веке. Не для иудеев, естественно, а для римской толпы. Богом сыном его сделали. И тогда же был принят никейский символ веры из 12 пунктов. Вот в Римской империи. Это третий период уже. И мы живем практически вот под вот православная церковь, все христианские церкви, они это период уже канонического христианства. Как составлялся Новый Завет, это отдельная тема. Были выбраны четыре Евангелия и то, что подходит только. И вот этот апокалипсис, конечно, последняя глава, он туда совершенно не лезет. Это достаточно злобный настрой иудейского автора в апокалипсисе, который не вяжется с той добротой, в кавычках, конечно, с имитацией доброты Нового Завета остальных его книг. Вот, но происхождение апокалипсиса я коснулся вкратце. Я не свои беру, то есть догадки, а вот многие ученые в советского периода, они писали о том, что апокалипсис – это одно из самых ранних, видимо, самая ранняя книга. И она была написана как гимн
и алгоритм освобождения иудеев от римского плена, именно иудеев. А потом его перенесли на всю как бы библейскую цивилизацию, этот апокалипсис. И это стало программой для всех христиан. И какая-то часть этой программы реализуется, действительно, там есть красный конь, черный конь, белый конь, бледный конь, наверное, все такая. Ее можно долго рассматривать. Вот. Это дело. Вот. Теперь о самом христианстве. Если говорить... Теперь к содержанию христианства. Ну, если говорить о новозаветной доктрине, то ее суть канонической доктрине, не церковной, а канонической доктрине. Потому что суть канонической доктрины лучше всего выражена в Нагорной проповеди Иисуса Христа, так называемой Евангелие от Луки, глава 6. Вот, еще раз вкратце, значит, Ветхий Завет – это руководство по захвату чужих территорий и имущества. Новый Завет – это руководство по сдаче этих территорий и имущества. Ветхий Завет – это руководство для иудеев и их хозяев. Новый Завет – это руководство для так называемых язычников. Тогда всех, кто не иудеи и не христиане, называли язычники. Ну, а потом христиане, если то, это для них. Поэтому библейская концепция, она, конечно, планировалась ее распространить гораздо шире, чем она сейчас. 2 миллиарда – это для них маловато. Но ислам вот помешал. Это тоже я говорил, уже отдельная тема. Вот основа канонической доктрины покорности, здесь доктрина захвата, она написана, это доктрина второзакония Исаии основное. Я не буду ее повторять, все уже знают, в концепции она множественно раз повторена. А вот каноническая новозаветная доктрина покорности – это Евангелие от Луки, 6 глава. И она есть во всех, по-моему, Евангелиях, немножко по-разному. То, что якобы Иисус давал своим ученикам Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие». Ну, как вот насчет русским, если быть нищим духом? Хорошо это или плохо по-русски? Ну, вопрос, каким духом? Ну, даже если блаженны просто нищие духом, то есть немощные. Вот. Это как бы Иисус Христос такое давал. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». По контексту в следующей жизни. Не в этой жизни. Если в этой будете плакать, в следующей вы смеетесь. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Ударившим тебя по щеке подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому прощающему у тебя давай. И от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». У иудеев иначе все. У них у себя для себя одни законы, а для гоев другие совершенно. «Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Дальше более запутанно, у нас все вот есть как бы пояснение этого всего. «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность?» Как говорится, совсем не по-русски. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Ну, по контексту на том свете, после смерти. «Не судите, не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, какой мерой мерите, такой же отмерится и вам». Ну и так далее, в общем, наверное, достаточно. Здесь есть еще более крутые вещи. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его, но не выше». То есть никакого развития тогда. Если мы говорим, что каждое следующее поколение имеет потенциал выше, чем предыдущее,
это свыше так устроено, то вот это вот практически остановка в духовном развитии, по меньшей мере. Во-первых, это предполагает обязательность духовного учителя, как на Востоке. То есть человек, значит, не самодостаточен перед Богом. Во-вторых, программирует психику на подчинение авторитетам и означает, что невозможно преодолеть и духовно, и нравственно, и по каким-то знаниям учителя. Но основные учителя в христианстве – это иерархия церкви. А значит, выходит, что они самые такие вот. Ну, вот такая вот она штука. Это я самые простые зачитал. Там закручено очень здорово в этой проповеди. И вот, вот теперь дальше. Это канонические основы покорности. Там все, конечно, гораздо более широко. То есть, что это такое? Это программа на самоубийство народов. Самоубийство, потому что церковь вот это несет сейчас. Ну, а вот дальше уже идет несколько доктрин церкви. Первая доктрина – это доктрина греховности и воздаяния. Греховность. От чего отталкивается церковь, когда совершает первый обряд крещения? Она отталкивается от того, что существует первородный грех. Он идет от легенды Ветхого Завета о том, что Адам и Ева не удержались, сорвали яблоко, и после этого они были прокляты, и от этого идет первородный, и совершили первородный грех. То есть все люди. Ну а Иисус, он, поскольку был зачат от Святого Духа, на нем этот как бы первородный грех не распространяется. То есть выделили Бога сразу как бы. Хотя он себя Богом нигде не называл. А действовал всегда, даже согласно Новому Завету, от имени своего отца. Но отца – это такой перевод. Так уже. Вот. От имени Бога, в общем, действовал. То есть практически все люди всю жизнь все равно остаются греховными, по сути. Но избежать греховности в определенной мере можно, крестившись. Крещение – это обряд смерти и воскресения. Как бы пройти путем Иисуса, обряд смерти и воскресения, человек умирает в той жизни, которая для той жизни, которая греховна, и воскресает уже как член церкви. Или, надо понимать, эгрегориально-духовной корпорации или секты. Как угодно. Человек, крестившись, человек становится в той или иной мере, по его вере, он становится членом секты. Почему секты, я признаки дал. Это по-нашему так вот. Все прямо поставить. Ну, Иисус тоже, кстати сказать, в свое время говорил, что храм должен быть разрушен. За это его и привлекли, так сказать. Он говорил, что храм будет разрушен, а это посягательство уже. Вот. Поэтому на основе вот этой идеи о том, что греховность людям предписана от рождения, то есть человек рождается греховным, вообще это такая клевета на Бога, который есть, на настоящего Бога, что Бог-то всем идиот, и он людей всех делает изначально греховными. Это чушь вообще. Вот церковь несет это вот. И сразу она понятна, люди, которые следуют этой доктрине греховности, они становятся и немощными, и нищими духом, раз греховный человек. И апостол Павел как раз этому учил, что я лучше буду хвалиться своими немощами, и пусть ангел сатаны меня поражает, но вот зато я святой. Вот я, раз я немощный, значит, я святой. Вот если вы заметите, как выглядят особенно пожилые приверженцы христианства, они вот все вот такие они хвалятся своими немощами. Нет, не по-русски тоже. Как бы. А у нас цивилизация тоже катится, смотрите, что она приняла в себя этот библейский. И сейчас власти больше заботятся о инвалидах, о людях с отклонениями, а о здоровых они спаивают
потворствует тому, то есть здоровое. И генетическое ядро постепенно уничтожается. Когда оно будет совсем маленьким или не сможет сопротивляться, то можно приходить и все на эти земли. Вот что такое христианство. Это только одна доктрина. Не рождается человек греховным. Просто его потом инициируют. Обряд смерти и воскресения известен с глубокой древности. Еще шаманы его проходили, он так и назывался. Инициация молодого шамана, она называлась обряд смерти и воскресения. Человек умирал как более-менее свободная личность, и его психика объединялась у шаманов, ну, в период шаманизма это была некая необходимость, это тоже отдельная тема. Выделялся представитель племени для того, чтобы залезать в библиотеку духовных знаний. Иначе знаний накопилось много, а кому-то надо было туда лазить. И шаман становился придатком к эгрегору, племени. Тогда это было необходимо. А потом просто этот проследили, что да, такое возможно. И тоже назывался обряд смерти и воскресения. То есть человек становился придатком к эгрегору. Ну а церковь таким образом в той или иной мере инициирует с младенчества людей, они становятся придатком к библейскому эгрегору в той или иной мере. Это зависит от психики и от веры. Если вера есть, она твердая, то нет проблем, человек сам идет туда. А если человек думает, что с ним делают в секте, мало ли, что она древняя и богатая, и большая, какая разница? Она еще более, так сказать, вредная, потому что там мощный эгрегор. Он чудеса творит, действительно. Это же не через эгрегор творятся чудеса. Через триединство все это легко очень объяснить. Дальше очень интересные. Вот это была доктрина, христианская доктрина греховности. А вот следующая доктрина очень интересная. Доктрина искупления грехов, откуда она берется. То есть вот в предыдущей части доклада я высказался, что Иисус не пошел, реально исторический Иисус не пошел по пути доктрины искупления грехов. То есть Бог его увел от этой мистерии, и он не участвовал в этой мистерии. Они провели ее без него. То есть искупление грехов своей смертью и воскресением за всех. Но откуда берется эта доктрина? Оказывается, эта доктрина берется из Ветхого Завета. Опять-таки. И даже еще более того, доктрина искупления и воскресения – это доктрина, которая взята из доиудейских еще родоплеменных культов, вот тех племен, на базе которых уже потом возникла еврейская общность. Вот. Значит, происхождение культа связано с праздником Пасха. Известно, что Пасха празднуется весной. И первый праздник Пасхи, он отмечен во многих книгах Ветхого Завета. И была еврейская Пасха, а потом уже стала христианская Пасха. Пасха празднуется весной. Все христиане – это один из самых светлых Рождество. Оно тоже привязано далеко не к христианству и не к Иисусу. Это я следующее скажу. А Пасха – это праздник, который самый светлый праздник, когда происходит страстная неделя, да, красят яйца, а потом воскресение Христово происходит, как бы. Его празднуют, каждый снисходит там в Иерусалиме благодатный огонь, его несут, радуются чему-то. Вот чему радоваться? Вот здесь, если взять историю, в принципе, это давно известно, сказано, что в глубокой древности у скотоводческих племен еще, которых потом вот сделали евреев, был такой очень важный ритуал. Значит, в жертву весной, в жертву племя приносило первенца козла. Молодого козленка, его отпускали в пустыню для того, чтобы он умер там. Выбирали первенца особым образом,
как бы он выделялся, потом его отпускали в пустыню для того, чтобы он там умирал. И считалось еще до иудейских культов, что все грехи племени перейдут со смертью этого козленка, уйдут. Вот что такое было культ, вот этот культ искупления грехов народа, он так называется, или племени. Вот. И он широко был известен, очень популярный вот в тех племенах до иудейских еще. Вот. Причем назывался этот козел, у нас есть выражение «козел отпущения», оно оттуда и пошло. А у них по-еврейски он назывался Азазела. Козел. Козел отпущения по-еврейски Азазела. Вот Булгаков вставил этот персонаж как помощник сатане. Мастере Маргарите. Там есть персонаж, главный помощник у сатаны, его зовут Азазела. Понимал он это или нет, но, видимо, понимал. Потому что это, в принципе, информация достаточно открытая, исторически известная. Но что он этим хотел сказать? Что одна из самых опасных сатанинских доктрин и Ветхого, и Нового Завета – доктрина искупления грехов. Она помогает сатане, но не Богу. Потому что Азазел – помощник сатаны. Как может кто-то искупить грехи? А еще есть там... Этот обряд, он трансформировался несколько раз и потом перешел как таинство покаяния. Уже дошло, в католичестве доходило до того, что можно было заплатить деньги, получить грамоту покаятельную, индульгенцию, и любые грехи отпускались, потому что церковь – это Господний дом, наместник и Христа, как бы, и священник имеет право отпускать грехи. То есть доктрина искупления такая. Ну, а вообще она еще более опасна, если посмотреть, что люди верят в то, что есть Спаситель, то есть авторитет какой-то духовный. И он за всех, грешить можно, но грехи за всех он искупит. Главное – жить по церковным законам. Вот очень опасная штука. То есть совершенство, она останавливает духовное развитие людей. Вот. Ну и вот